В 2018 году субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Туве получили более 20 тысяч семей. Наибольшая доля получивших субсидий отмечена в Мангунтайгинском, Чадыхольском, Барунхемчикском и Улукхемском районах, сообщает Красноярскстат. Сумма начисленных субсидий населению республики составила чуть меньше 320 миллионов рублей. Выплачено с учетом предыдущих периодов около 350 миллионов рублей. Среднемесячный размер субсидий на одну семью составил более 1200 рублей. Для сравнения, в соседней Хакасии субсидии получили около 7,5 тысяч семей. Сумма начисленных субсидий населению Хакасии составила более 100 миллионов рублей. При этом среднемесячный размер субсидий на одну семью составил около 1100 рублей. В 2018 году социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг оказана более 70 тысячам жителям республики. Наибольший охват населения социальной поддержки отмечен в Авюрском, Дзунхемчикском, Кайхемском и Судхольском муниципальных районах. Объект средств, предусмотренных на оказание социальной поддержки из бюджетов всех уровней, составил около 330 миллионов рублей, в том числе из федерального бюджета чуть меньше 200 миллионов рублей.